В Твери второй год подряд начинает действовать новая региональная мера поддержки в демографии – бесплатная выдача школьной формы на грядущий учебный год. Впервые проект был опробован в прошлом году. Тогда форму получили около 11 800 детей. В этом году число получателей увеличится, а процесс выдачи формы несколько изменится. Подробности у нашего корреспондента. Жакет, юбка, сарафан или жилет для девочек, пиджак, брюки, три сорочки и галстук для мальчиков. Строгую, но вместе с тем стильную и современную школьную форму многодетные семьи Верхневолжья в этом году вновь смогут получить абсолютно бесплатно. Качество изделий уже успели оценить родители, которые воспользовались данной региональной мерой поддержки в прошлом году. Среди них мама пятерых детей Марина Яковлева. Мне форма очень нравится. У меня дети отходили в прошлом году пятиклассники, близнецы в форме. И, ну, считаю, состав хороший. Форма очень долгая. Три рубашки нам выдали мальчику. То есть мы все, во всем этом ходили, нам очень нравится. И сейчас у меня идет первоклашка в школу. И тоже я считаю, что... Ну вот я сейчас посмотрела, мы потому что в первый класс никогда еще не ходили. Я посмотрела те варианты, которые представлены для первого класса. Тоже мне очень нравится форма. Вместе с Мариной воспользоваться этой сравнительно новой мерой поддержки для многодетных семей в этом году смогут родители более 12 тысяч ребят. С учетом прошлогоднего опыта были учтены пожелания родителей. Изменился порядок выдачи школьной формы. Процесс начнется раньше, уже с 12 августа, а все комплекты будут распределены по школам. Кроме того, родители, пополнившие ряды многодетных семей в августе-сентябре 2021 года, могут быть включены в дополнительные списки получателей. Форма им будет выдана до 15 октября. Примечательно, что это далеко не единственная мера поддержки для многодетных семей региона. Мама семерых детей Наталья Байкова из Твери рассказала, что в декабре 2020-го, благодаря региональному сертификату, семья приобрела автомобиль. Я очень рада, что эта мера поддержки есть, и что уже столько семей, больше 50, да, по-моему, смогли получить по этой программе автомобиль, потому что все-таки многодетной семье это прям вот, ну, не средство роскоши, да, а предмет первой необходимости. Действующие и новые меры поддержки многодетные семьи обсудили с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Как отметил глава региона, сегодня в Верхневолжье действует около 50 мер для семей с детьми. Как я всегда говорю, нам легче и проще, чем мамам, у которых один, два ребенка, им сложнее. Слушайте, могу подтвердить, у меня пять детей. Вот даже сейчас супруга в отпуске была с девчонками, с мамой. И фундаментально сейчас год и два. И а второй девочке, я поясню, жена этой девочки, ей 10 лет. И могу сказать, что маленькая непоседа, и вот которая постарше, она прям с ней очень хорошо справляется. На встрече губернатор обсудил дальнейшее развитие комплекса демографических мер. Игорь Руденя сообщил, что сейчас завершается опрос тверских семей о наиболее важных для них формах государственной помощи. На основе полученных данных будут подготовлены дополнительные меры.